Ребята, всем привет, это прохождение Assassin's Creed 2. Мы с вами находимся уже в Монтери Джоне, на вилле. Нам надо поговорить с дядей, но для начала я хотел бы вот посетить архитектора, посмотреть, что мы тут сможем с вами улучшить. Давайте заберем ту денежку, которая накопилась. Она нам пригодится сейчас. Также посмотрим, сможем ли мы что-нибудь еще улучшить. Бонжорно. Привет, Эцио. Давай поглядим на список. Давай. Так, торговец с картинами мы с вами открыли. Банк. Давайте откроем банк. Обновить. Хорошо, мы с вами тут почти все эти пооткрывали, да? Давайте еще портного откроем. Улучшаем до третьего уровня, может потом. У нас сейчас не так много денег. И можно что-нибудь еще нам открыть, да? Сильно тратиться не будем. У нас есть бордель, шахты, церковь, 4000, да? Казармы сколько? 3. И какой-то колодец. Починка колодца увеличит стоимость города. Гильдия воров. Давайте, я думаю, для начала... может, церковь все-таки? Для наших прихожан. Или сначала безопасность. Давайте казармы увеличим. Так. Стоимость ремонта. Ну и думаю, можно тогда что-нибудь еще, да? Давайте, например, церковь еще откроем. Все, больше пока тратиться не будем. Больше пока тратиться не будем. Так, давайте у Клаудии спросим, что там. Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? Давай, покажи-ка. Отчитайся перед нами. Угу. У нас сейчас всего 1600 флоринов будет за 20 минут, да? Идти. Лавки, сборы, снаряжение, сундук. Все. С этим понятно. А престо, Эцио. Так, у нас есть еще перья. Давайте сразу их также закинем. Сундучок. Так. Это, я так понимаю, мы можем тут покупать картины у художника, и тут они будут у нас как бы складироваться. Так, я хотел эту. А где она у нас, матушка-то? Ага, вот нашел сундучок. Давайте положим перья, которые мы с вами насобирали, чтобы их с собой не тягать. Хорошо. Мать у нас до сих пор в трауре. Ну и надо поговорить нам теперь с Марио, с нашим дядей, и узнать все о заговорщиках. Так, где он? Эцио! Заходи, заходи. Чему обязаны такой честью? Лоренцо Великолепный прислал меня из Флоренции, чтобы уладить одно незаконченное дело. Я ищу Якопа Пацци. Ха! Как и все. Мы ищем днями напролёт. Выходит, у меня есть вещь, полезная нам обоим. Это список его сообщников. Хотя бы один из них доисповедуется перед смертью. Отлично. У них нет таких средств, как у Якопа, а значит, их будет легче найти. Я немедленно отправлю своих разведчиков на поиски. Спасибо за помощь, дядя. У меня есть еще кое-что для тебя. Новые страницы кодекса. А, посмотрим, что они нам скажут. Что это? Какой еще пророк? Что там, дядя? Черт побери, это еще одна загадка. Примерно можно перевести так. Это откроет только пророк. Еще упоминаются две частицы Эдема, но ответов на наши вопросы мы здесь не найдем. Ищи другие страницы, малыш. Дядя, займемся этим в другой раз. Мне нужно выполнить поручение. Как угодно.
Но если ты рассчитываешь победить этих бастардей, тебе нужно еще кое-чему научиться. Встретимся на тренировочной площадке. Встретись с Марио на тренировочной площадке, хорошо. Он хочет, наверное, нас чему-то еще поучить. Давайте. Итак, Эцио, ты умеешь выполнять контрудар. Но что, если твои враги тоже это умеют? Обычно у них не остается на это времени. Громкие слова, плохая защита от мечей тамплиеров. Так покажи мне, что нужно делать, маэстро. Теперь уходи. Бедняга. Умер, подчиняясь чужим приказам. Так. Наводимся. Так. Бен, хорошо. Бен, а теперь еще раз. Хорошо. Так, надо навестись. Гораздо лучше. А теперь еще раз. Браво. Хорошо. Научились уклоняться от ударов. А теперь нам надо разоружить уже противника. Мне хочется выпить. Давай еще отлично. Раз. Отлично. Так. Ну. Так, 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 так. Еще раз, Эцио. Хорошо, еще раз отобрали оружие. Давайте. Ну. Отлично. Отлично! Ты снова превзошел мои ожидания. Сеньор, мы нашли людей Якопа и готовы нанести удар. Передай моим людям ничего не предпринимать, не переговорив с Эцио. Интези? Будет исполнено. Эцио, отправляйся к моим наемникам. Возможно, кто-то из приспешников Якопо наведет тебя на след. Но будь осторожен, они поджидают тебя. Мы всегда осторожны. Так, и прежде чем нам туда идти, я хотел еще сходить с вами... Мы ж нашли эту самую штуку. Ну, в общем, эти... Не кодексы... В общем, у ассасинов там собрали мы какие-то реликвии. Только я не помню, где оно у нас находится. Не помню, где оно у нас находится. Куда нам надо пойти? Чтобы нам это все собрать. Так. Это ж где-то на первом этаже должно быть, да? У нас. А, вот, все, нашел вот в этой комнате. Сейчас мы спустимся сюда. Мы с вами собрали уже от двух статуй. Так. Мы вот этот, кажется, собрали. Ну. Вот. Один замочек у нас открылся. Хорошо. Статуя Дария. И у нас была женщина, я не помню, кажется... Вот. Это у нас кто? Статуя Илтани. И нам остается еще найти 4 ключа. И мы тогда получим с вами доспехи Альтаира. Ну что, тогда отправляемся на поиски заговорщиков. И надо воздать им по услугам. Так, у нас тут сколько получается? У нас стена кодекса. О, у нас уже... Нормально так. Страниц, да? 14 страниц мы с вами насобирали. Уже 16 осталось. Отлично. Так.
Нам теперь надо выбраться с нашей резиденции, с виллы. Ну, думаю, заглянем мы еще с вами тут по магазинчикам. По пути. Давайте, может, тут что-нибудь появилось. Что-нибудь купить. Так, ремонт нам не нужен. Давайте глянем доспехи. Есть что у нас тут хорошее? У нас вот наручники появились. Кожаный нагрудник. Еще одни наручники. Броня здоровья. Вот эти вроде хорошие, да? И наплечники. Здоровье и броня. А тут какие? Не, вот эти вот вроде как получше, да? Давайте вот эти предлагаю еще купить. Хорошо. Так. Пока что деньги больше не будем тратить. Увеличили мы с вами броню и немножко свою, как она там называется, для тебя стильную одежду. Ну, ХП наша. Так, тут давайте посмотрим, что у нас. Сумки. У нас тут есть сумки какие-нибудь? Средняя сумка с лекарствами. И большая сумка с лекарствами. Ладно, сумки пока что мы пропустим. Конечно, я понимаю. В другой раз. Кстати, тут можно было покрасить одежду, да, нам? А ну-ка еще раз, подойди к нему. Давайте глянем, что за покраска одежды. Тосканский янтарь, вот так вот мы будем выглядеть. Изумруд, тосканская медь. И тосканская охра. И белый цвет ассасинов. Ну, пока что... Значит, в другой раз. Красить одежду не будем, да? Что-то мне не очень нравится. Счастливый день. Может, что-нибудь с вами потом другое купим, если появится. Так, карты сокровищ. Ну-ка, карты сокровищ. Монтериджони. Давайте, 270 флоринов, почему нет. И глянем, что у нас тут за картины есть. А, они, в принципе, дешевые. Тогда покупаем. Немножко, так, это 3000, вот недорогая, да? Давайте ее тоже купим. А сколько у нас денег? 3000. Ладно, спасибо. Пока что... Заходите еще. Пока что на этом все. Так, и вот нам тут показывается, что есть тут сундучки. Так, где-то у нас с той стороны... Где-то возле ворот должно быть, да? Или за воротами. Судя по карте. Где-то должно быть вот тут. Вот он. Давайте его подбираем. Ну, остальные пособираем потом. Они, наверное, у нас наверху. Ну, или я, может, за кадром пробегу, пособираю. Так, садимся на лошадку. О, какая пепельного цвета. Так, и давайте посмотрим по карте, в какую нам сторону скакать надо. А, ну нам вот сюда вот, да? Вот сюда. А мы, кстати, сможем сделать даже быстрый переход. Быстрый переход. Во-во-во. Который нам доступен. А ну, слази. Лошадка, в следующий раз мы на тебе покатаемся. Вот у нас есть быстрый переход. Флоренция, Тоскана, Сан-Джиминьяно. Давайте. В какое место нам отправиться? Северные ворота. Давайте, наверное, к южным воротам отправимся. Чтоб нам не скакать долго на лошади. Сократим немножко время. Итак, мы находимся с вами уже возле южных ворот. А это что за метка у нас такая двигается? Мне интересно. Это кто? Чиновник.
А давайте попробуем его кокнуть, этого чиновника. Так, вот он идет. Убивайте чиновников, чтобы уменьшить вашу известность. Отлично. И уходим. Уходим отсюда. Известность мы немножко с вами уменьшили. Так, тут у нас есть еще где-то табличка. Тут где-то она находится. Видать, наверху, да? Давайте попробуем туда залезть. Тут мы сможем залезть? Нет, не сможем. А изнутри? Ты победил, победил! А вот еще один где-то чиновник у нас тут ходит. Где-то еще у нас один чиновник. Погоди-ка. Вот! Так. Нам нужен вот этот чиновник. Довольно. Все, у нас известность нулевая, но нам надо отсюда сбежать. Скрыться из виду. Давайте куда-нибудь сюда. Они нас догоняют. Попытаемся сейчас от них скрыться. Да что ж такое, сколько вас тут бегает-то? Нам надо стать инкогнито. Давайте попробуем от них скрыться. И вот так вот сядем на скамеечку. Здесь его нет. Можешь не прятаться. Но ты мертвец. Да. Сдохни. Вот он. Бейте его. Так. Хорошо, давайте тогда с ними расправимся. Отлично. Бей его. Раз они этого хотят. Хорошо. Ну, кто следующий? И тебя? Отлично. Также тут у нас есть башня обзора. Давайте, предлагаю также ее открыть. Ну и потом помчимся с вами по заданиям. Так. Перышко было, перышко. Так, как же нам туда залезть-то? Как нам туда лучше залезть? Вот с того здания, я так думаю, да? Вот с этого здания попробуем вот туда перепрыгнуть. Стражник нас заметил. Ну, мы сейчас скроемся от него. Из виду. Заберем перышко, пока оно у нас тут. Отлично. Ну и полезли наверх. Так, тут мы не можем, да? Тут тоже наверх не можем пока залезть. Ага, вот с этой стороны. Пока прыгать он у нас не может высоко. А тут мы не можем перелезть, да? С вами. Не можем. Давайте тогда с этой стороны попробуем. А вот тут ты залезешь? Нет, не можешь, да? Тоже. А как же нам туда залезть-то? С этой стороны мы не можем залезть. А почему ты не хочешь вот тут цепляться у нас, Эцио? Ну?
Не хочет. Мы уже почти на самом верху. Почти на самом верху. Давайте попробуем вот тут. С этой стороны. Угу. Тут тоже он не хочет залазить. Ну, должен же как-то он у нас сюда залезть. Так, давайте вот сюда. Куда ты, дуралей? Еще одна бедная душа отправилась. Фу, слава богу. Ладно. Потом попробую как-нибудь в эту башню залезть. Давайте, тут где-то я видел. Стоял. У нас человечек, к которому мы могли бы подойти. Так, у нас там банкир еще бегает. Да, вот. Надо поговорить с ним. Эцио, наконец-то ты здесь. Мы нашли Бернардо Баранчелли. А ты, Монотиция. Говори, где он. Об остальном я позабочусь сам. В том-то все и дело. Лоренцо удалось его поймать несколько дней назад, после возвращения из Константинополя. Но враг сумел бежать. Мы полагаем, что сейчас он в Сан-Джиминьяно. Вабене. Я постараюсь загнать его в угол. Нам это не удалось, а ты хочешь сделать это в одиночку? Я знаю как. Найдите и убейте Бернардо Баранчелли. Хорошо. Такс. Он у нас тут где-то в городе. Ну, на башню, я думаю, мы потом с вами залезем. Так, мы же с вами инкогнито, да? Инкогнито. Баранчелли нам надо найти и убить. Давайте попробуем его сверху где-то. Не нужно торопиться. Обнаружить. Забудется. Потеряет. Я с тобой. Все будет в порядке. А если он все-таки придет? Да. Если это случится, я пойду дальше. Нигде не буду задерживаться. Только... Сраный лучник. Когда же? Так, давайте убежим. Станем инкогнито и попробуем еще раз. Угу. Отлично. Надо было нам лучника все-таки убить. И потом спокойно проследить за Баранчелли. Так, девчонки у нас тут стоят, да? Скоро все закончится. Скоро. Так, давайте посмотрим еще раз. Слезай немедленно. Да. Спускаемся, мы спускаемся. Там что-то слишком много лучников. Давайте попробуем с другой стороны как-то пройти. Как-то пройти нам вот сюда, я так думаю. Иди отсюда. Уходим. А что, если нам нанять девчонок и попробовать их отвлечь? Можем мы это с вами сделать? Или по крыше как-то? Давайте по крыше, наверное. Да, за девчонками далеко бежать. Ты не имеешь права быть здесь. Слезай. Так. А почему я не могу взять? Почему-то я не могу взять. А, вот.
Вот так вот. Вон он, бей! Хорошо. Этого мы убрали. Запутался в клавишах немножко. Так, и нам надо найти вот этого нашего Баранчелли, да? Давайте посмотрим, где он ходит. Ага, вот он, возле колодца. Вот он, возле колодца. Такс. Хорошо. Давайте понаблюдаем, как он ходит. Но я думал, он к колодцу будет обратно подходить, да? Давайте поэтому спрячемся в колодец и его тут подождем. Полагаю, он проживет еще минут пять. Объявление от гильдии каменщиков и скульпторов. И вот тут вот мы его подождем. Работа над раскреплениями портала Сан-Матео приостановлена. Так, вот он возвращается. Проходя через ворота. Сейчас он подойдет к колодцу, и мы его потихонечку, аккуратненько с вами шмякнем. Ну-ка. Ладно, страдай. Куда это ты собрался? Я знал, что ты придешь. Где Якопо? Хочешь сделать с ним то же, что и со мной? У тебя еще есть возможность умереть с чистой совестью. Мы собираемся в церкви, когда назначается время. Мне жаль, что так вышло. Покойся с миром. И убегаем. Теперь нам надо обратно скрыться отсюда. Сядь его! Тебе не пройти. На колени! Ах! Вперед с дороги! Вот заразы, там сундучок еще валялся. Ну, думаю, мы сейчас опять скроемся, вот там спрячемся также в колодце. Ах вы. Хорошо, хорошо. Давайте ребят наймем. А ну. Так. Куда ты? На кого? Ты... Но, Эцио. Так. Поубиваем эту стражу. Хотя... Ну, это... Давай, кого-нибудь убивай. Так, извиняюсь. Так, давай, 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 давай. Хотя можно было просто убежать. Хорошо, и надо вот... Ну, последнего, думаю, они так сами добьют. Продолжай свое благородное дело. Сиано Панте, браво. Отлично. Так... Одну цель мы с вами уничтожили. Посещайте точки обзора, это понятно. Давайте смотреть по карте, в какую сторону нам дальше идти. Тут мы с вами все сделали, да? Тут, кстати, есть также у нас... гробница ассасина. Давайте в нее тоже сходим. Да. Так, она у нас находится где-то. В общем, где-то там. Так, у нас есть тут заказ на убийство также. Мы с вами инкогнито. Братва там за нами бегает. Но они мне как бы сейчас не нужны больше.
Так, и вот тут вот где-то находится у нас гробница ассасинов. Надо только ее найти. Вот она. Заберем с вами третий ключик. Крыски бегают. И где-то мы с вами находимся в канализации или непонятно где, да? Проникните в Тори Гросса и найдите печать ассасина. Вот, печати ассасина они называются. Так. Тут у нас имеется лестница. Угу, не допрыгнули. Нам надо вот туда вот перепрыгнуть. Я так понял. Тут же ж мы не запрыгнем. Или хотя мы можем вот тут вот, да, с вами пролезть. Да, вот. Вот так вот мы сможем с вами пройти, обойти. Так, тут у нас рычаг, чтобы открыть дверь. И тут вроде как стражники у нас ходят, да? Придется их тоже как-то ликвидировать потихоньку, скрытно. Нам показывается, куда нам надо проникнуть. Да, высоковато опять забираться. Тут у нас ходит стражник. Так, а где он? Ага, стражник у нас вон он. Угу. Так. Зачу! Быстрее, черт побери! Он уходит! Так. Но... Хорошо, одного мы убрали с вами. Еще мне двое ходят. Это лицо. Но откуда? Раджу! Еще одного убрали. И еще один у нас вот тут вот ходит. Черт, гильдия с нас шкуру спустит. Кто-нибудь видел убийцу? А ну-ка. Где он? Где-то был вот тут. Сейчас он к нам сюда подойдет, и мы попробуем его убить. Куда он вообще ушел? Так, вроде возвращается, да? Возвращается. Незнакомое это лицо. Но... Эй, он только что был здесь. Так, отходим. Зря ты к нам полез. Только что был здесь, только что был здесь. Так, смотрим, смотрим. Тут бочки, тут ничего у нас нету. С этим мы функционировать никак не можем, да? Хм. Так, давайте смотреть, как нам и куда надо. Нам вроде показывали, но что-то я уже подзабыл. Так, давайте вот сюда. Нет, сюда мы не можем. Куда ж нам надо залезть-то? Сюда мы не можем. Может, он там где-то? Может, где-то вот здесь нам надо залезть? Так, вот
тут вижу, вот тут балку вижу, да? Давайте. Давайте пробовать. Так, вот сюда. Теперь, я думаю, вот сюда надо запрыгнуть. Вот так вот. Там еще где-то стражник ходит. Так, теперь, наверное, вот сюда перепрыгнуть. И вот тут пробраться нам по этим балкам. Так, и там где-то еще стражник у нас ходит. Где-то наверху, да? Тут ничего нету у нас. Сундучков там всяких разных. Где-то он там наверху у нас. Где-то наверху. Вот он. Хорошо, этот нас даже не успел заметить. Так, теперь вот сюда нам надо. И думаю, вот сюда на веревочку. Так, там сундучок, рычаг. Может, нам надо было его как-то открыть для начала. Так. Как мы туда сможем проникнуть? Да. Надо вернуться назад. И попробовать вот туда нам перепрыгнуть. Да, вот так вот. Вот сюда. А тут нам куда? Тут вроде как... Ну-ка, это вот так слази. Тут наверх. И тут нам, наверное, по кольцам надо передвигаться. Хорошо. Так, подбираем сундучок. И вроде как вот сюда. Тут опять стражники. Нам надо наверх самый залезть по люстрам. Вон туда наверх. Потом как-то аж вот сюда попасть. Вот в эту дверь пройти. Пройдите через библиотеку. Хорошо, одного убрали. Так, тут стражник вроде ушел, да? Еще одного убираем. И надо вот этого догнать. Также его убрать. Хорошо, внизу расправились. Теперь надо нам подумать, как залезть нам наверх. Как нам залезть наверх? Это надо как-то сделать. Я думаю, вон там. Да? Можно вот тут попробовать. Ну, можешь, нет? ЭЦО. ЭЦО. Давай. Ничего не хочет никак, да? Так, отпускаем тогда.
Тут мы сможем. Тут смогли с вами залезть. Так. У нас есть клинки. Давайте. Хорошо, один готов. Так не должно быть. И еще один готов. Отлично. Еще двоих убрали. Без шума. И пыли. Так, а теперь нам куда? А, теперь нам же ж по люстрам надо. Да, нам же ж показывали, что надо по люстрам прыгать. Вот сюда. И теперь... А теперь вот сюда. На окошко. Аккуратненько такой по кольцам прошелся. Так. А теперь, я думаю, нам вот туда надо, да? Где-то видел этот плащ. Так, давай, подходи к нам. Куда и сейчас ты подевался? Полетишь. Может, я слепну? С балкончика. Не хочешь подходить? Лучше бы ты проверил. Так, ну и нам вот в эту дверь. Стражи тут, конечно, очень много. Еще один вон стражник. Тут еще стражник. Еще два стражника, как минимум, я заметил. Так, заберитесь на башню. Ну это понятно. На башню забраться. Стражников бы еще не было. Было бы замечательно. Да что ж ты не хочешь прыгать-то? Так. Теперь нам куда? А теперь нам... Ага, вот тут балка есть еще. Давай вот сюда. Вон он! Это вряд ли. Ну-ка. Ну, спрыгивай. Раступись! Вон он! Хорошо. Одного убили. Одного убили, только мы упали с вами. Надо было подождать, наверное, да? Когда он отвернется от нас. Так, там лестница. Нам вообще надо вот сюда? Нет, вроде не надо. Можно сюда сразу перепрыгнуть. И подняться по лестнице. Так-с. Хорошо, стражник один еще где-то вверху. Отлично. Ух ты, фух. Я думал, сейчас опять вниз упадет. Так, тихо-тихо. Быстренько забираемся, и надо убить стражника, пока он нас не заметил. Готов. Слез Эдкола! Чар, окружайте его! А, их тут двое оказалось, да? Я думал, он один вот этот, который ходит, а то один еще где-то в структурах застрял. Так, куда нам теперь? Может, сюда? Так, а еще раз.
Вот так вот. Отлично. Теперь вот сюда. И теперь по балкам нам надо пройти вот на ту сторону, да? Да. Тут мы проходим. Как тут все запутано. Не так-то просто получить эту печать. Так, я думаю, вот тут надо нам... Так, мы еще выше с вами залезли, да? Куда нам теперь? Ага, вот тут у нас есть кольца. И вот он, саркофаг с печатью ассасина. Отлично. Еще 250 флоринов мы с вами забираем. Есть тут еще сундучки у нас? Да. Там еще был. Еще 250 флоринов. Ну и вроде как все, да? Тут больше нету. Забираем тогда печать. Отлично. Ну и теперь выбраться нам, я так понял, вот по этой лестнице наверх. Надеюсь, тут стражников нету. Добыли мы с вами третью печать уже. Осталось найти еще три. Расшифрованные видеофрагменты где-то там в базе Анимуса доступны нам почитать, посмотреть. Торы Гросса, да? Это, наверное, нам описывается про башню. А тут мы сможем обзор сделать? Нет. Не можем. Тут еще башня. Но она не подсвечивается, да? Что это у нас обзорная башня? Или мы на ней уже были? Ладно, спрыгиваем вниз. Я думал, может, как точка обзора будет. Ну и... идем дальше выполнять задание. Тем более, отметочка у нас где-то тут находится рядом. Надо только ее найти. Так, тут мы какой-то знак с вами нашли. Удержите нажатой, чтобы сканировать символы. Угу. Я думал, мы по символам потом пробежимся. Так, как отсюда выйти-то? Где тут выход? Выход тут вообще есть? Ага, вот выход. Надо будет запомнить, где этот находится символ. А вот и следующий наша цель. Салюты, Эцио! Антонио Мафей укрылся на вершине самого высокого здания. Сыплет оттуда поровну пророчествами и стрелами. Похоже, совсем спятил. Что еще хуже? Он окружил себя лучниками. Чтобы подобраться к Мафею, придется разделаться с ними. Спасибо за сведения. Так, нам надо убить Антонио Мафея на башне Сан-Джиминьяно. Хорошо, принять. Так, это он где-то у нас... Ага, вот на этих вот башнях, наверное, находится, да? Внимание!
жители города, будьте начеку! В нашем квартале замечен опасный преступник! А этот все опасный преступник. Когда ничего мы не опасные. Беда, нормальные мы. Все мы нормальные. Так, где-то тут должна быть, да? Табличка. Может, с этой стороны где-то. Так, да, вот она. Ничего себе, они ее приклеили. Для кого они ее сюда приклеили? Так, и все, мы с вами полностью стали инкогнито. Тут нигде нельзя спрыгнуть. Нам в сено там или еще куда-нибудь. Ладно, давайте так спускаться. Нам надо как-то залезть на башню вон туда. И нам сказали, что окружен он различными лучниками. Давайте поищем, где эта башня. Так, она где-то вот здесь, да? А это у нас... Мы тут еще не открывали с вами обзор. Так. Угу. Тут мы сможем с вами залезть. Главное, чтобы нас лучники не заметили. Ваши грехи привлекли его сюда, и теперь он бродит по нашему миру, а по пятам за ним следует смерть. Почему, спросите вы? Потому что вы сбились с пути и покорились Лоренцо Медичи. Вы марионетки. Так, это наша цель, я так понял, да, тут? Возмущается. Сейчас, подожди, мы до тебя доберемся. Мы уже почти наверху. И пока вы не обретете веру, демоны будут пожирать ваши души и плоть. Подожди, тебе чуть-чуть осталось. Люди гибли, чтобы защитить эту землю и очистить ее. Так, и вот сюда. Помолимся же, дети мои. Так, тут лучник. Так, один Внимай, уходит, да? Небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Прольется, так, уходим. Как дождь, учение мое, как краса. Все, договорился ты, братец. Изыди прочь, демон. Прояви уважение к смерти, друг мой. Я покажу тебе уважение. Не ты, я. Пусть твое тело и разум... наконец обретут покой. Покойся с миром. Взял, спрыгнул для чего-то. Сдохни уже. Куда это ты собрался? А мы собрались наверх. А ну, лезь сюда, давай. Профеколо, он вон там. Хорошо. Одного мы убрали с вами. И все. Выполнили мы с вами задание. Убили очередную цель. Это точка обзора, нет? Нет, это не точка обзора. Точка обзора у нас вон там находится. Так. А куда мы тут сигать-то будем? Где тут сток сена? Непонятно. Ну, прыгаем. А, вот он, сток сена. А я думал, куда мы падать будем с вами. И тут у нас также сразу сундучок находится, который мы с вами собираем. Так, ну и отправляемся к следующей цели. Судя по карте, вроде у нас еще две цели, да? И они находятся у нас
Они находятся у нас за городом. Так, нам надо выйти из города теперь. Надо только найти этот выход из города. То тут можно заблудиться. Так, бежим сюда. Ага, это мы можем еще задания какие-то выполнять, да? Типа там, принеси, подай. Тут есть где-то отметка у нас. Заказ на убийство. Ох, во сколько там за нами бежит сразу. Такс, и нам надо теперь куда-то в ту сторону. Лошадки нигде нету. Как нету? Вот она стоит, лошадка. И поскачем мы с вами на лошадке. Ну, давайте вот по этой отметке. По полям. Тут что такое? Сад деревьев какой-то, да? Там, я не знаю, может, яблоки. Или вишня. Что-то такое. Молодые поросли еще. Так, и мы с вами почти уже добрались до следующей отметки. Да, вот она. Так, давай посмотрим, что скажешь ты нам. А, вот и ты. Слушай, мы нашли Стефана Дабаньона. Ступай по этой дороге и придешь в аббатство, где он укрылся. Подожди. На, держи. Это поможет тебе отвлечь внимание врагов. Спасибо, друг. Проникните в аббатство и убейте Стефана де Баньоне. Хорошо, принять. Так, и что он нам дал? А, нам дали дымовые шашки. О, классная штука. Попробуем ими воспользоваться. Наверное, скорее всего, и надо будет ими воспользоваться, да? Так, а тут у нас... идет запретная зона. Да? Без шума туда не подобраться. Ну, зато подбираем сундучок. Может, сразу эту откроем. Обзорную башню. А это что у нас? Это по дереву, что ли, надо карабкаться? А как ты у нас по дереву залазишь? Интересно мне. А, нет, вот обзорная башня. Я думал, дерево, что ли. Давайте попробуем тут залезть, на обзорную башню. Сразу откроем территорию, чтобы нам понимать, куда там нам надо будет идти, пути отступления. Так. А вот отсюда. Отсюда ты можешь. Погнали дальше. Тут не можешь, да? Угу. Придется оползать ее. Ну или вот тут залезть. Хорошо. Так, ну и прыгаем. Отлично. И думаю, мы тут обратно залезем. Так, давай вот сюда только. И посмотрим, где наша цель. Крыша, да? На крыше вроде лучников я не вижу. И он где-то у нас вон там находится. Угу. Внимание, запретная зона. Помолимся, брат. Но что же нам просить? Защиту Господа. Ты правда веришь, будто Всевышнего интересуют наши дела? Так, подумай, и где он у нас находится? Но если это помогает тебе убить время, то, пожалуйста, обманывай себя и дальше.
Ты богохульствуешь? Нет, правду говорю. Но отрицать существование... Так, тут я его не вижу. Это единственный рациональный ответ на заявление о том, что на небе живет какой-то невидимый безумец. Судя Давайте обойдем. В твоей драгоценной Библии он точно спятил, уж поверь мне. Да как ты можешь? Ты, кто носит одежды священника? Только потому, что они помогли мне подобраться к Медичи. Ты прав. Мне стоит сменить одежду, но после того, как с ассасином будет покончено. А, этот гнусный демон. Так, а где ж ты есть-то? Согласны. Говорят, что дьявол наделил его сверхъестественной силой и скоростью. Дьявол? Нет. Эти качества он приобрел сам, упражняясь. Удивительно, что ты совершенно не готов отдавать должное людям. Готов спорить. Может, ты он тут где-то назвал несчастными жертвами, находится. Если бы мог. Я прощаю тебе маловерие и змеиный язык, ибо ты все равно его дитя. Я же сказал. А какая разница? Довольно, это все что-то равно. Что-то я его не вижу. Я буду молиться за тебя. Как угодно. Только делай это тихо. Я должен быть начеку. Так, еще раз смотрим тут. Где наша цель? Куда-то она пропала. Кто ты такой? И что тебе тут нужно? На пару слов. Похоже, он убежал. Очень хорошо. Так. Так, а где наша цель? Эй, ты! Вот она. Что тебе нужно? А нет, не он. Друг или брат? Где наша цель? Я ее не вижу. Пожалуйста, одю квесте моменты динчертеться. Десинхронизация, цель потеряна. Просто или... Глюк какой-то, лаг какой-то в игре. Не мог я понять. Но оно просто цель у нас. Ее не было отмечено на карте, да? Вот этот крестик наш пропал, где он там находится. И я сколько не подсвечивал, никак не мог ее найти. Так, давайте тогда по новой тут мы залазим. И попытаемся его найти. По новой. Так, вот так же мы залазим. И хотел я ж этот, как его, спрыгнуть, ну, в сток сена. Помолимся, брат. На что же нам просить? Ну, он почему-то прыгнул не туда, куда надо. Подумай головой. Вот, вот сюда. Но если это помогает, ага, вот отсюда можно время, спрыгнуть. То, пожалуйста, обманывай себя и дальше. Ты богохульствуешь? Нет, правду говорю. Но отрицать существует. Давайте поищем его. Ага, это вот он. Единственный рациональный ответ на заявление о том, что на небе живет какой-то невидимый безумец. Вот Судя он потому, что находится. Написано о нем в твоей драгоценной Библии, он точно спят. Выбирайся. В этот раз мы сделали все быстро. Посмотрим, кто из нас был прав. Где Якопо? Полагаю, бояться нечего. Они встретятся в тени римских богов. Освободись от оков страха. Покойся с миром. Так. И обратно сюда. Да, померещилось вам. Так, этот с мечом будет нас тыкать, на... нет? Смерть. Насильственная. О, ну, боже. Кто видел ублюдка, который это сделал? На каждом шагу. Надо быть осторожнее. Вроде никто не заметил, да? Как мы выпрыгнули из стога сена. И обратно запрыгнули. Заплатишь за свои преступления? Кто-нибудь, скажите, что произошло? Убийца заплатит за это. Дьяволу идет стража. Бегите, друг.
Так, и нам надо выйти. Ты мой ассасин! Ага, заметили нас, да? Ну, надо нам тогда покинуть эту зону. Как вас тут много. Как вас тут много. Садимся на лошадку. И просто отсюда убегаем. Отлично. Так, и нас осталась еще одна цель. В общем, тогда скачем к ней. Где-то она должна быть... Вон, вижу здание, наверное, где-то находиться там. Кстати, у нас уже 5000 флоринов в сундуке в Монтераджоне. Надо будет туда заглянуть, забрать их и как-то улучшить нашу виллу. И мы с вами уже тоже 13 тысяч накопили, пока тут скачем, выполняем всякие различные задания. Слезь, слезь, слезь. Эцио. Так, давай. Поговорим с этим. Мы нашли архиепископа Сальвиати. Он заперся в той самой вилле. Возьми моих людей и отправь их расчистить поля. Затем проберись за стены и попробуй открыть ворота. Обычно я наношу удары за угла. А теперь у меня будет собственная армия. Это мне нравится. С помощью наемников Марио нейтрализуйте охрану виллы и убейте Франческо Сальвиати. Так, ну давайте попробуем. Так. Угу. А ну-ка. Стой здесь. Не. Идем. За мной. Давайте поищем охрану. Я где-то видел этот плащ. Я тебя знаю. Я вижу тебя, ассасин. Меня странно чувствует. Так, опять тут охрана, да? Давайте выйдем из красной зоны. А чё наши-то, ребята, где? Не сражаются. Давайте, отвлекайте их. Пошлите со мной. Давай. Как больно. А ну, доставай меч. Угу. Отлично. Ну, а мы с вами давайте попробуем куда-то как-то пробраться. Пока они там воюют. Так, нет, 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 нет. Выходим. Нашел я ворота. Так, давай вот этих нанимаем. И нам надо отправить их вот сюда. Воротам. А, вот они идут. Так. Сиди здесь. Сегуми. Так. Все, ребята, сражайтесь. Сражайтесь. А мы побежали. Мы побежали. Да сколько вас тут? Что-то я так и не понял, как на них натравливать. Народ надо. Наши. Кошмар, сколько тут стражи. Просто... Просто ужас, да? Так, выходим из запретной зоны. И побежали вот так вот. Столько, сколько нужно... Запретная зона. Выходим, выходим из запретной зоны. Бежать некуда, кретин. Ладно, будем тогда разбираться с ними. Так. Эца, хорош бегать. Защищайся давай. Такс.
Хорошо, один есть. Ну-ка. Давай, 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 давай. Тут их трое всего, это. Так. От тебя даже праха не останется. Какие сильные. Такс. Так, а ну-ка. Так, один. Второй. Я понял, ложу. И третий. Все, а то достали. Блин, какое-то трудное задание. Тут везде охрана. И как нам пробраться туда, я даже не знаю. Везде ходят охранники. Назад! Вот! Не дайте ему уйти! Так, давайте его убьем. Хорошо. Быстрее! Бей, ублюдка! Да сколько вас? Кошмар, сколько их тут опять. Короче, убегай. Это, убегай. Где наша вся братва? Где опять все наши наемники? В чем дело? Ах, да. Непонятно. Короче, непонятно, как с ними справляться. Ля, какой... Какие шустрые. Фори! Прочь с дороги! Кошмар, сколько их тут. Хорошо. Хорошо. Если нарушаешь закон, будь готов понести наказание. Угу. Так, следующий. Так. Еще один. Тренировки нам проходили не зря. Умри побыстрее, понял? У меня так. Через четверть часа. Твоей жене что-нибудь передать? Угу. Давай, давай. Ох, это было больно. Так, еще один. Ну и этого добивай. Сегодня будет свежее мясо. Да. Это капец как тяжело. Наша лошадь тут стоит. И мы с вами опять в запретной зоне. Давайте пробовать тут залезть. Так, тут мы не можем, да? Там везде у нас охрана ходит. Пробраться как-то там непонятно как. Надо подумать. Так, тут я лучников поубирал уже вроде, да? Да, тут лучников нету. Вон там где-то один ходит. Так. Один лучник у нас вот здесь.
Хорошо. Одного убрали. Вроде там больше никого. Так. Бойцы, готовьтесь! Ассасин рядом! Давайте нужно попробуем открыть эти ворота. Залезть наверх. Ворота. Как их там открывать? Черт его знает. Эти ворота. А наша цель где-то находится вот здесь. Ворота. Чтоб их открыть, к ним надо еще добраться. Я предупреждал тебя, ассасин, но ты не послушался. Так-с. Где-то наша цель тут, да? Так, она сюда ходить не хочет. И тут много стражи. Угу. Так, вон он там где-то ходит. Так, он проходит у нас тут. А тут у нас пойдет он, нет? Там сундучок еще. И там стража ходит. Как же ж его нам аккуратненько, незаметненько убить? Так, берем. Хорошо. Быстренько успеем, нет, сундучок забрать? По-шустрому. И убегаем вот сюда. Вот так вот. И нам надо подождать нашу цель, когда она сюда подойдет. И сверху мы ее просто прикончим. Главное, чтобы он там еще эти вояки не вышли. Стража. Так, вот он. Вот он идет. Главное на него цель навести. И... Вы вечно твердите об одном и том же. Где Якопо? Он знает, что ты ищешь его. Он выходит только по ночам, чтобы встретиться с остальными. Я хочу знать не только когда, но и где он. Вера должна приносить утешение, а не боль. Покойся с миром. Почитаешь? Топор, веревку. Так, и убегаем отсюда. Просто... Просто вот так вот убегаем, убегаем. Не знаю, побегут они за нами или нет. Просто даем дёру. Даем дёру. Отсюда где-то тут должна быть наша лошадка. А лошадка наша, вот она. Бегут за мной? Бегут, и причем двое, да? Кретины, живо! Так. Хорошо. Одного убрали. Отлично. Хорошо. Так, тут у нас еще одна обзорная башня. Давайте ее, что ли, откроем. Стоять. Под шумок. Так. Куда нам тут лезть дальше? Раз пока мы тут, откроем еще одну обзорную башню. Ну, тем более на нее легко было залезть. Вон все наши вояки стоят. Открой с помощью их ворота. Пока сам себе тут полстражи не перебил. Отлично. Ну и давайте смотреть, что там нам дальше по целям надо сделать. Нам надо вернуться вот сюда. На начало фрагмента.
А тут мне покажется задача миссии. Нет, не показывается. Ну, давайте берем лошадку тогда. Залази. И поскакали. Не трогайте меня. Да не трогаем я никого, извиняюсь я. Что зашибли тебя. Лошадью. Так, и у нас, кстати, с вами... Аспет. Слава-то дурная наполовину, да? Известность. Так. Слази. Я там сундучок увидел. Подберем его. Так. А ну-ка, смотрим, может, зря слезли с лошади. Да нет, мы вот сейчас тут зайдем вот в эти ворота. Вот так вот и пойдем к нашей цели. Где-то она должна быть тут. И где-то тут, кстати, еще у нас имеется табличка, да? Вот она. Еще один сумасшедший. Да. Убавим немножко нашу известность. Нельзя просто продолжай в том же духе. И просто убегаем. Убегаем. Давайте на лавочку сядем. Посидим. Пусть побегают, успокоятся немножко. Ну, вроде все нормально, да? А мы идем с вами к нашей цели. Я бы такой тут полазил бы, башни бы пооткрывал. Что-нибудь поискал бы. Так, как нам туда пройти-то? Здесь рыцарь благородный, он ходит среди нас. К нашей цели. Так, вроде идем в правильном направлении, да, бежим? Тут где-то еще есть табличка. Ну, ладно, потом сорвем. О, девчонки. Девчонки, привет. Так, башня у нас обзорная. И куда-то нам... Посмотрите на мою небольшую галерею. Уверен, каждый любитель искусства... Куда-то нам в ту сторону надо. Я прям заблудился уже. Я уже прям заблудился, куда нам надо идти. Где-то здесь, и я так понимаю, это где-то наверху. Ну, давайте по лестнице поднимемся. Прочь, бродяга! Стража! Следуйте за Якопа Паци до места встречи тамплиеров, а затем убейте его. Нет, назад! Остановись! Так. Ребят, ну думаю, продолжим мы с вами тогда уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем, кому понравилось, не забывайте ставить палец вверх. С вами был Мангуст. Всем пока-пока.